Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на карте Бийска. В планах городских чиновников возвести спортивный объект рядом с кадетской школой. Однако пользоваться им смогут не только учащиеся. Занятия будут проходить для всех желающих. Здесь будут строиться и многоквартирные дома. Стоит задача этот район окончательно благоустроить, застроить многоквартирными домами. Ликвидировать все старые постройки, К9, бревенчатые дома, которые на сегодня и не благоустроены, и не соответствуют никаким нормативам. Я думаю, через 2-3 года этот район будет совершенно по-другому выглядеть. И строительство как раз физкультурно-оздоровительного комплекса придаст еще дополнительный, скажем так, вид этому району. Он, в частности, еще и благоустроится. Почему мы решили вот именно привязаться к этому району? У нас здесь свой зал борьбы, греко-римской борьбы. У нас получено свидетельство на землю в этом районе. Вот решили попробовать построить здесь, в этом микрорайоне. Хотя потребность есть и в других микрорайонах, но в этом более нужно в данный момент. Новый физкультурно-оздоровительный объект должен дополнить комплекс спортивных сооружений района, стадион «Юбилейный» и бассейн «Дельфин». Здание планируется возвести на территории кадетской школы по улице Разина. Однако строительство начнется не раньше будущего года. Сейчас представители управления капитального строительства, архитектуры, культуры, спорта и молодежной политики, а также проектировщики рассматривают варианты размещения объекта на участке. По словам чиновников, до конца 2018 года необходимо согласовать проектно-сметную документацию. Добавим, что комплекс будет состоять из спортивного и тренажерного залов общей площадью около 1500 квадратных метров. В числе секций будут в баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, а также гандбол. Кроме того, все это рассчитано на обслуживание и возможность занятия спортом инвалиды всех четырех групп, включая и детей, и инвалидов на колясках. Поэтому все вот эти условия там предусмотрены.